Здравствуйте, меня зовут Юля. Приглашаем вас посмотреть это видео. Я работаю в Ольшанской аналоговой технологии, несу ответственность на российский рынок. Мы самостоятельно исследуем и производим TC-контроллеры, TC-охладители, отдельные драйверы, индуктор-комплекты, светодиодные связанные продукты и так далее. Продукция в основе используется в отрасли водоэлектричества. Теперь я покажу вам продукцию. Смотрите, пожалуйста. Сегодня я представлю вам отдельный драйвер номера ATLS 2 ампера 212D. Этот отдельный драйвер 2 ампера есть лучшей стабильности, чем модели 3 ампера. Максимальный выходной ток достиг до 2 ампера. У него есть 3 состояния: выключение, содержание и движение, большой диапазон напряжения вывода и ввода. С 0 до 15 вольтов можно приводить один или несколько лазерных диодов в одно время по максимальному току. Если вас интересует наша продукция, перейдите к нашему сайту, пожалуйста. У нас есть два сайта. Первый — www.analogtechnologies.com.au. Второй — www.analogti.com. Вам тоже позвонить мне в любое время. 86-180-4533-7355. До свидания!